Погода не перестает удивлять североказахстанцев своими капризами. Яркое солнце сменяется шквальным ветром и осадками. Ураган срывает облицовку со зданий, рушит остановки, валит многолетние деревья. По прогнозам синоптиков, ситуация может повториться 26 мая. На территории области ожидается сильный ветер с порывами до 23-28 метров в секунду. Местами возможны гроза, ливень и град. Спасатели рекомендуют воздержаться от дальних поездок, следить за детьми и пожилыми людьми.